Давайте, рядовой Миллер. Вы поговорите с номером 9 в течение 7 минут и 30 секунд. Мы зададим вам пару вопросов. Как вы себя чувствуете? Майор Паранойя по приказу прибыл. Желаю здравия. Вой маршал, специальное ваше выполнено задание. Испытано на сознание, на поведение влияние того вещества, которое консерваторша Британия скоро легализует. Черт забыл его название, у него ведь имен сотни. Она ведь суть всемирной мании. Но цели моей миссии было узнать, какую для армии пользу оно принесет, если дозу его оптимальную. Солдатки замешать компот. Довожу отчет в эту банду не один год. Внедрялся, чтоб запретный плод вкусить на нас стал день тот. И вот Александр, явный главарь банды. Это в руки взял бульбулятор. Красивый, помню, кадр, вулкан маленький под носом. А рядом грустил кто-то, предпочитал он папиросы. Кульминации процесса после минут трех молчания накатил лавины вопросов взаимозадавания. Недостаток знаний, предметов окупался с любой. Сотни вариантов ответа свежестью, остротой. К сожалению, маршал мой. Тема не одной. Вспомнить час не смогли, тогда казался безумно большой. Многослойный скачкообразный поток информации. К тому же признаться, увлекся своими пальцами. Не двигались автономно, отказываясь подчиняться мне. Как тут было помнить, что веду спецоперацию, а? Рядовой Миллер, отвечайте на вопрос. Власть в комнате той, делили гармонии и хаос до той поры, пока из тумана тело не показалось очередного товарища. Он излучал чистую агрессию, пахло спиртным от него. Он сказал, ну чего нас и повесили. После слов его стало действительно неуютно. Но главарь банды Саша сообразился ежеминутно. То, что сделать нужно с помощью бурлящего аппарата, сознание пьяного друга сместить туда, куда надо. В области ждут ребята остальные, вот результат. Минут пять назад я б не поверил, но налицо факт. Некогда деревянное тело задвигалось в такт музыки с акцентом на вторую долю с названием даб. Я был всему рад, это заметил Саша. Он сказал, еще затянись, узнаешь, что будет дальше. Что было дальше, не помню, но вот что самое главное. Мой маршал на это обстоятельство, обратите внимание. Перед тем, как курить, начать дали все обещания, что не включат источники средств массового вещания. Сыграв дурака, я спросил, зачем такое решение. Мне ответили, СМИ вводит сознание в оцепенение. Видите, мой командир, наш главный источник давления. Неэффективен в кругах, ни табака, курение. Лично мое мнение, командир, поверьте мне, каннабиноид это однозначно антипод войне. Значит, нашей стране нужно свести его количество в ноль. Маршал, продолжайте делать ставку на алкоголь. С меня хватит. Закрывайте все нахер. Закрывайте топор войны, зачистите участок и избавьтесь от него. Ничего из этого не выйдет. Чувак, куда меня повели, а? Чуваки, а? Йо, вы что, из космоса? И куда все подевались? Генерал Брат на связи. Мы пришли к окончательному заключению по номеру 9. Незаконно. Эту энергию, эти полярные сияния, северное и южное, соединяем межполярной дугой такой, двойной. Одну дугу мы направляем, куда смотрит наше лицо, и с вдохом мы энергию поднимаем, и с коронной чакры выдыхаем назад такую же радужную дугу. Всех цветов радуги, до семерки закодирована вся вселенная. У нас семь чакр, семь нот, семь цветов, и опять мы нижней чакрой этот радугу вдыхаем. А из коронной чакры выдыхаем две дуги под углом 180 градусов. Таким образом, мы дышим временем. Наш разум питается временем. Мы питаемся пищей физической. Наш интеллект питается книгой, читает или ходит на разнообразные перформансы и культурные проекты. Таким образом, время, в котором мы живем, оно снова хочет стать волшебным.
приветствуем наших первых конкурсантов. Как зовут даму? Гигаза. А партнера? Конек-горбунек! Итак, посмотрим, на что вы способны. Музыку! По радио, эстрадная песня по телеку, эстрадная песня по всей стране, эстрадная песня на улице, эстрадная песня в натуре, я очень тащусь. Я тебя люблю, как никто не любил, ты любишь меня, как никто не любил, мы любим друг друга, как никто не любил, мы не можем друг без друга, как никто не мог. Эстрадная песня в натуре, я очень тащусь. Цветы, цветы, птицы счастья завтрашнего дня. Лаванда, горная лаванда, все в кайф. На два дня вы забудьте про меня. На недельку до второго я уеду в Комарова. Я буду долго гнать велосипед. Барабан был плод, барабанщик сдох. Но че вам надоело, а нам еще нет. Все эстрадная песня в натуре, я очень тащусь. Самоцветы, песняры, пиросысы. Ну а где же кино, где Алиса, где облачный край, где овес, где муг, где кровь, где чай?